Всем привет, это Василий, канал Завали Едальник. Сегодня у нас интересная херня, тупой четверг. Это крылышки от главпродукта нашего любимого. То есть есть крылышки баффало, острые к пиву. Есть крылышки обжаренные. Ну, главпродукт, что это, понимаете ли. Значит, тут сохранился ценник. Мне вообще Антон их принес, с которым мы вот ролики пишем иногда. Я не знаю, может, он с садомазо вечеринки потом какой-то возвращается и там их закупил, но нет, вот, видимо, в магазине продают, раз 168 рублей стоит. Во всяком случае, баффало стоит 168, но а острые, ну, какие там, обжаренные, гриль, ну, думаю, стоит примерно столько же. Плюс-минус, наверное. Ну, к пиву, значит, к пиву. У меня вообще был в холодильнике августинер, но я подумал, что, наверное, что-то жирновато для главпродукта августинер. Поэтому не поленился, вот только что сходил в магазин, купил троечку. Троечка, мне кажется, и главпродукт, созданы друг для друга. Ну, знаешь, не семерочку, троечку. Можно было, конечно, девяточку, но дела еще сегодня. 100 лет тройку не пил, вот честно, 100 лет вообще. Даже вообще не смотрел никогда на холодильники с ним. О, цвет-то какой, а, прям как ребенок посикал. Пахнет карамелью. Все как мы любим. Да. Ну, бог осталось. Ладно, давайте посмотрим, что в банках. Так, начнем с острых, пожалуй. Ой, с обжаренных. И у нас, значит, вот такие, вот так они выглядят. Вот так, родные, они выглядят. Так, кто не знает или забыл, эту камеру зовут Юля, она нам помогает вблизи посмотреть. Ну, слушайте, я ожидал чего-то более страшного. Выглядит, в принципе, съедобно. Ну, знаете, я брать не стал больше. Ну, это да, курица. Такая перетушенная курица с паприкой. Но это не то, чем... Что я понимаю под крылышками под пиво? Крылышки под пиво, в моей серии, хрустящие. Ну, такое горячее. Ну, правда, ничего не написано, надо это разогревать, не надо это разогревать. Я так подумал, что не надо, наверное. Давайте попробуем баффало. Блин, блядь. Как я это пил раньше? Привкус отвратительный. Не, реально, вот. Мне кажется, вот поцелуй с бичом примерно вот таким вкусом должен обладать. Ладно, посмотрим, что у них за баффало. Я хотел побомбить на крылья, а бомблю на пиво. Видите, как жизнь-то повернулась. Так, выглядит баффало один, вот одноперстно с не баффало, ну, один в один, то же самое, только это вообще как будто одинаковые, ладно. Одинаковые крылья совершенно. Вот здесь чуть-чуть они перца положили. Чуть-чуть, капельку. Его можно, перец даже не чувствуется, если, скажем так, слушаться свои вкусовые ощущения, можно почувствовать перец. Но вообще это ровно те же самые крылья, что в этой банке.
Даже давайте вам покажу, рядом поставлю. Ну вот. Вот одни, вот другие. Вот одни, вот другие. И они одинаковые. Зато линейку мы расширили, зато у нас в линейке вот и такие крылья есть, и такие крылья есть. А то, что они идентичные совершенно. Сколько там градусов? 4,8 пьется, как будто крепленое. Будто с водкой. Фу. Вот, короче, это вот, когда вы очень плохо, что-то плохое что-нибудь сделаете, но до тюрьмы не дотягивает то, что, а наказать надо. Вот если вам кто-то что-то сделает, то вот купите им баночку таких крыльев и баночку Балтики, троечки. Усадите за стол, заставьте вот выпить вот эту банку и сожрать вот это вот содержимое вот этой. Вот и ваша жажда крови удовлетворится, я вас уверяю. Потому что это херня, но это просто, я не понимаю, зачем это покупать. Это просто тушеная курица, растушенная в хлам, с кожей мягкой, такой неприятной, дряблой. Без каких-то интересных специй, просто паприкой тупо засыпано и масло какое-то, как будто уже бывшее в употреблении, сверху залито. И вот это вот сладкое, отдающее спиртягой херня. Ну, и то говно, и то говно. Вот что-то, что-то. Вот, такое вот мнение у меня сегодня и о крыльях, и о Балтике тройки, и вообще о жизни моей. Так что подписывайтесь, лайки ставьте. Ролики будут выходить несмотря ни на что. Всех люблю, кроме некоторых. Пока.